Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Как помнишь, прошлая серия у меня не получилась, я ее нечаянно удалил, и вместе с ней я удалил еще серию по драконы-всадники Олуха. Так что, друзья мои, извините, вот такие вот накладочки получаются. Ну что, зайдем с тобой в магазин, возьмем бесплатно колоду. Вот единственный вопрос, что нам сегодня здесь делать, если я по испытаниям практически все прошел. Так, это я допрошел в прошлой серии, которую, к сожалению, уже никто не увидит. Ярость Рафа я тоже дошел до куда смог, ребята, а дошел я именно до сюда, чтобы получить ДНК на Рафаэля Видения. Единственное, что я могу предложить, это, наверное, пофармить здесь. Чуть-чуть буквально, да? Ну, как понять, чуть-чуть. Тут можно прикольно пофармить. Опа, и сразу кожа головы выпадает нам. Так, 3 доллара это фигня. Давай еще. Так, маяк, это тоже бред. Да ну хорош, вы издеваетесь сейчас надо мной. 50 жетонов, да зачем мне вот это все? Дайте мне... Вот, слэш. Так, и сколько? Последняя попытка. Дайте мне, ну, хоть кого-нибудь еще, а? Пожалуйста, пожалуйста. Ноутбук Дони. Спасибо большое. Ладно, забираем награды. Пройти серию испытаний. Я вот думаю, может быть, нам пройти сегодня серию испытаний, а? Полностью. Пиццы у нас вроде хватает. Ну а почему бы нет? Давай сегодня поиграем на арене. Ты видишь, где я нахожусь? Лига мастеров, ранг 40. Да, я в прошлой серии, ребята, очень хорошо бустанул. Ну и в принципе вот тут нахожусь. Ладно, нам нужно с тобой дойти. Дойти еще выше. Попробовать, наверное, до Лиги мастеров 3 звезды сегодня. Кстати, 10 откатов что-то вообще никуда, ребят, не годится. Что-то действительно вообще жиденько. Дайте мне... Так, давай-ка мы начнем, наверное. Кто там? Арматони. Берем с тобой Армагона. И возьмем... Так, тут 74-й, 75-й уровень. Слушай, это, ребята, серьезно шутить не будут. Я, наверное, возьму все-таки вместе с Усаги. Мы прекрасно все знаем, что Усаги плюс Армагон — это непобедимая команда. Практически то же самое, что и Леонардо, да? Только Армагон, ну, так скажем, намного круче пробивает все-таки противников. И сейчас ты в этом будешь лично убеждаться. В прошлой серии он меня еще ни разу не подвел, ребята. За счет Армагуши я очень сильно бустанулся, очень сильно. Потому что мы проходили без единого проигрыша. И причем я, вот, кстати, на него я откаты-то все свои потратил. Их было там 32 штуки. Так, а тут сейчас 10 всего лишь. Но в любом случае в Лигу мастеров 2 звезды мы с тобой заберемся. Хотелось бы, конечно, и до 3 звезд как-то добежать. Но вот почему-то, мне кажется, не получится. А тем более, если я сейчас буду по 2 отката тратить. О, ребята, скорее всего, этого нам не видать. По 2 отката это слишком жирно. Для меня даже, ребят. Можно, конечно, купить. Но есть ли в этом смысл? У нас еще что? У нас только четверг, да? Пятница, суббота, воскресенье, 3 дня. Ну, 3 дня это так образно, потому что на самом деле всего лишь 2 дня. Пока у меня выходные, я могу поиграть, ребят. А когда я выйду на работу, естественно, не получится. А понедельник у меня стоит под ударом, потому что я не смогу, ребята, в этот день поиграть, так как буду на работе. То есть воскресенье — это конечная наша точка. Так, подожди. Пятница, суббота. Да, даже воскресенье не попадает, ребят. Потому что воскресенье, понедельник я буду работать. Вот так вот. Вот тебе и не задача. То есть получается у нас четверг, пятница и суббота. Вот эти вот 3 дня. Здоровски. В общем, друзья мои, надо бустовать. Бустовать как можно быстрее и ярче. Потому что там уже не получится у меня отыграть все. Да, и не в моем это положении. С такими откатами и с такой командой, ну не знаю, ребят. Будем стараться сейчас. И серию испытаний сегодня, наверное, все-таки допройдем, да? Полностью. Там у нас первый круг уже пройден. Нам остается только лишь второй пройти, и все будет окей. Так, всех тут порешали. Нормуль. И двигаемся с тобой дальше. Как бы мне так сделать, а? Если даже я буду покупать, хватит ли у меня? 250 баксов стоит 10 откатов, так?
Я могу себе позволить 20. 27 будет. Так, ну ладно, давай посмотрим. Раз, два. 27. 145 долларов у меня на кармане. 131 телепорт. Этого более чем достаточно пройти, естественно, ребята, вот эти все задания. Так, давай-ка мы, наверное, сейчас и приступим проходить, потому что нам нужны с тобой и телепорты, и все прочее, прочее, прочее. Так, где у нас Усаги? Ой, Усаги, Сплинтер, конечно же. Что ж я все время его путаю. Так, друзья мои, нам нужно с вами 16 вот этих книжек выбить. Раз. Два. Три. Слушай, ну книги неплохо падают. Четыре. Так, четыре книги есть. Ну что опять испортилось-то все? Пять. Сырный телефон. Ай-яй-яй. Блин, мне пицца-то нужна, друзья мои. Я сейчас тут всю ее потрачу, а как я буду потом проходить смятение из другого измерения без пиццы? Никак, поэтому придется остановиться пока. Так, и поднять уровень персонажа. Ну что, Ваньку? Ваньку буду прокачивать. Хотя многие говорят, качай Шреддера, качай там кого-то еще, там Майки, например, там Донни. Ваньку типа не качай. Ну, ребят, ну как Ваньку не качать? Ну ведь взялись же уже. Давайте хотя бы до 90 уровня его прокачаем, а потом остановимся. Я понимаю, что он многим не нравится, кто-то говорит, что он слабый. А зачем тогда голосовали за него, ребят? Если он слабый, вот объясни мне, зачем? Так, ну что, пойдем дальше с тобой проходить лигу. Дадут мне тут 17-24? По-моему, ни шиша они мне не дадут. Ладно, возьмем с тобой 17-23. Это Гуа. Можно было бы, конечно, и Артемку взять. Но возьмем Гуа. Раз мы с тобой берем вот этих вот персонажей, и раз уж тратим с тобой откаты, то уж позвольте мне взять тогда слабеньких моих бойцов, и я буду за счет них подниматься выше. Те пускай там стоят, пока дойдет и до них очередь. До моей полуимбы. Так, давай, Усаги, свою родную вертушку наяривай. Так, четенько, но не четенько. Надо добить. Памс. А вот это называется найс. Ну что, до Лиги Мастеров сегодня 3 звезды обязаны дойти. Может быть, даже до Лиги Мастеров 50 ранг. Было бы вообще неплохо. 88, да, то есть получается 12 ступенек мы с тобой пролетели. Если брать расчет по 12 ступенек за бой, то получается 10 боев. 10 боев умножаем на 2, 20. 20 откатов тратим. Ладно, фиксим. Оно того стоит, ребята. Если у нас с тобой рамки ужаты, я имею в виду именно по дням, да, по свободным дням игры, то, в принципе, да, оно оправдывает. Мы с тобой сейчас потратимся, как можно выше поднимемся именно по рангу. В топчик только зайдем, а там уже можно будет и расслабиться. Потому что, ну, с первого места обычно не скидывают. Даже 2 дня можно там просидеть, и тебя не сбросят. Что, в принципе, меня устраивает. Единственное, что не устраивает, это в понедельник серии у нас не выйдет. Именно про буст, потому что я буду работать. Это придется мне только во вторник ее снимать. И, кстати, пробовал сейчас запустить Драконы, Всадники и Олуха. Ребята, игра не запускается, у меня что-то вылетает и все. Не знаю, в чем проблема, что вообще происходит в последнее время с этими эмуляторами, а может быть, с серверами. Не врублюсь. Как говорится, один эмулятор у меня точно сдох. И, кстати, на нем было очень много хороших игр, которые мы играли. Да, это лесорубы, точнее, животные против лесорубов игра. Брякнулась потом Ронин. Но Ронин я, по-моему, могу перенести. Там есть все-таки сохраняшка, в отличие от этого, от лесорубов. И Кот Рыбак, по-моему, тоже накрылась медным тазом. Ребят, там очень было много игр. И вот я не знаю теперь, как быть. Просто не запускается эмулятор и все. А если я его удалю, то, соответственно, я вообще больше там ничего не восстановлю. Так, Фаред, давай, Фаред, иди сюда, будем тебя сейчас щелкать. Окей, погнали.
Ну, тут все по старой школе. Усаги, потом Армагон. Кстати, а уровень-то уже практически на пределе. 79-й, это самый пик. Выше 79-го только я. Ну-ка, давай валунчиком. Пумс. Я тебе говорю, это супер команда, ребята, против них никто не сможет устоять. Достаточно одного Усаги и Армагона, все. Они будут крошить всех налево и направо. Даже если у кого-то есть сопротивляемость против одного, да, например, там против Усаги, то против Армагона уже никак ты не выстоишь. Ну что, 51-я позиция. 24, как ты видишь, отката у нас с тобой осталось. По-прежнему я что-то не могу получить 18-24, не дают. Как ни странно, ладно. Юрик, давай, Юрка, тряхнем, как говорится, стариной. Схлестнемся в бою. В неравном, конечно, но это не моя вина. Это разработчики так решили сделать максимальный уровень 79. Почему? На каком основании, фиг его знает. Так, крутим-вертим. Запутать хотим. И у нас получилось. Давай, Армагон, добивай. Майки там сразу отдуплился. Не стал даже сопротивляться. Ну что же, прекрасно. Двигаемся с тобой дальше. И что там, ребята, соседушка решил опять ремонт затеять. Опять начал там что-то скрипеть. Так, 39-я позиция. Так, ну что, дадут мне все-таки, да? Или нет? 17-24. Я не вижу, ребята, в упор. Вот, вот было, кстати, здесь, но... Вот, нормуль. Кто там у нас? Эрика. Ну что же, Эрика, давай. Окей. Нисколечко я не против. Так, 20 откатов еще пока есть. Я думаю, этого нам хватит для того, чтобы, как говорится, все-таки дойти до 50-го ранга на мастере 3 звезды. Потому что еще 10 боев как минимум мы можем с тобой сыграть на откатах. Со слабой командой. Да. Ну-ка, Армагуша, не подведи меня, пожалуйста. Найс. Все, отдуплились все ребята, отдыхает. Блин, как же прикольно выглядит, а? Крэнк, ребята. Хочу его прокачать до платинового ранга. Так, и сейчас у нас будет какая? 27-я. То есть получается еще 2 боя. Берем Эри. 2 боя нам еще с тобой нужно сыграть. Раз, два, три. А там 78-79 ранг уже, то есть на пределе, да? По максималке уже выдвигаемся с тобой, получается. Ну давай, Усаги, наяривай. Что у тебя там получается? В принципе, неплохо. Армагуша дальше там уже разберется. Хопля. И все, ребята, и они упали. А Майки, смотри-ка, он своими этими кусарегами, да? Покрутил, повертел, потом одну поймал зубами и выплюнул ее. Я только сейчас на это обратил внимание. Ну что, получается еще бой, но на самом деле, наверное, скорее всего, 2 придется сделать. Гульхермы. Фига название у чувачка. Гульхермы. Ага, раз, два, три. Все, поехали. Наверное, больше мы с тобой сламики их брать не будем. Или будем? Сейчас посмотрим. Так, давай, Усаги, наяривай. Крутит он, вертит. Ага, Дони что-то, ребята, как-то немножко меня смущает. Хотя нет. Всех опять мы с тобой победили. Блин, ну вот это вот, конечно, ребята, хорошо, да, что мы там можем с тобой фармить Роквелла, Кожеголового. Кто там у нас еще? Слэша. Так, буквально чуть-чуть нам не хватило. Чуточку. Ладно, Соня, давай. Берем ее. Мне такое впечатление, что мы сейчас с тобой просто всех отыграем. Да, тут их осталось-то шиш да не шиша. Как раз нам, в принципе, на сколько там? 10 боев нам и хватит, да? Поехали. Ну, я думаю, сейчас где-то у нас будет ранг 80-й, 85-й, где-то так вот. Но зато в мастере 3 звезды уже. Минус двоечка упала сразу же.
И тут мы добили. Окей. Идеальная победа, как ты видишь. И двигаемся с тобой дальше. Смотрим, на какую позицию мы приземлимся. Так, мастер 3 звезды. 87-я, отлично. Ребята, все прекрасно, мы должны с тобой добраться. Так, возьму-ка, наверное, Матуса этого, да? Матуса. Вантуса. Так, и здесь. Посмотри, сколько мы отыграли. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. О, да тут еще за глаза, ребята, бойцов. Тут еще бойцов за глаза. То есть мы, если даже бы, например, еще бы 10 катиков у нас было бы, мы могли бы прямо вот сегодня зайти с тобой в топовое место. То есть на первое местечко забраться и там уже сидеть. Но впереди, извини меня, еще 3 дня. Потому что сегодня четверг, да? Пятница, суббота, воскресенье. И в понедельник только лишь. Ладно, не будем с тобой пока никуда стремиться. Отыграем вот эти вот откаты. Завтра я еще сыграю. Не знаю, будем ли мы играть с тобой на съемку или я поиграю за кадром. Ты уж пиши, как бы ты хотел. Ну, ты-то напишешь, конечно, давай снимай. Но снимать мне придется только одну арену, ребят. Хотя вру, почему одну арену? Завтра же у нас с тобой... Завтра у нас откатятся события. Да, что-то я заговорился, ребята. Завтра как раз и есть, что снимать нам. Так что будет полноценная серия. И, наверное, завтра мы уже все-таки с тобой зайдем на топовое первое место и будем там уже сидеть. Останется просто фармить. И все. Так, ну что, бомби, уничтожаем. Тыч. С одной тычки, да? Так, и мы с тобой идем куда? На 75-е, да, наверное, 75-е, 73-е место. Где-то такое должно быть, по идее. Какое 75-е, 73-е? 65-е. Ага, 60-е. 10 откатов. Это еще получается, ребята, 5 боев. Фух. По-моему, все идет вообще великолепно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да нам за глаза, ребят, нам отыграть вот эти все откаты. Но я, знаешь, что думаю? Если мы сейчас с тобой отыграем всех вот этих вот слабеньких, у нас топчики-то останутся вообще как бы не при делах. Надо, наверное, как-то их подтягивать к боевке. Что скажешь? Иначе мы слабых отыграем, а те так и останутся в стороне, как неприкаянные. Нет, так дело не пойдет. Надо их возвращать. Возможно, мы сейчас с тобой просто-напросто не будем возвращать Армагона вместе с Усаги, да? А просто возьмем уже чисто топчиков по отдельности. Так, какое место? 47-е. Слушай, что-то мне говорит о том, что мы сейчас возьмем с тобой топовое место. Я серьезно говорю. Что-то мне подсказывает, мы сейчас с тобой раздухаримся. И все у нас будет тип-топ. Я, наверное, вот такой командой я сейчас попробую, ребята, их нагнуть. Да. Зек, Рафаэль, Бакстер, Стокман и Супер Шреддер, они должны, в принципе, сделать такую боевку незабываемую. Сейчас проверим. Так, бросаем бомбочку от Зека. Замедлях, конечно, работал, но не на всех. Карайка выпендривается. Так, постепенку не повесило. Теперь делает Супер Шреддер свой суперудар. Так, постепенно урон практически на всех висит. Они, ребята, уже не жильцы. Нам остается просто их добивать. По одному. А, вот где, ё-моё, я не увидел, ребята. Здесь не было постепенного урона. Поэтому Эйприл и осталась в живых. Ну что, слушай, а по-моему, был все-таки на ней. Или не было? Что-то как-то я, ребята, этот момент упустил. Ладно, в любом случае, мы с тобой здесь победили. Сейчас посмотрим, куда мы переместимся с тобой. Так, 47-го места на 33-е. Окей, у нас еще есть, ребята, бойцы невидимого фронта. Джастин. Джастин против Джастина, да? Раз, два, три. Четыре, пять. Чё-то как-то меня здесь, ребят, немножко напрягает эта команда. Не знаю, давай посмотрим. То есть 79 уровень против 80-х. Кто кого, интересно. Ну, во-первых, возьмем провокацию с тобой сразу же. Плюс усиление атаки. Так, масуха пошла. У нас единственное, что... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, у нас единственное, что нету, это
Хила. Без хила это будет здесь, ну, действительно плохо. Так, этот уходит в инвиз. Так, это дополнительную защиту. А, нет, ребята, он блокировку вешает. Тихо, тихо, подожди. Мы с тобой сделаем тоже. Нафиг я эту дуб защиту? Мы же и так под защитой. Ё-моё. Ну-ка, ладно. Ой, тут контратака висит. Чё-то я не увидел этот момент. Поехали, заряжаем. Так, Шреддер упал. Тихо-тихо, Донни, успокойся. Наверное, нам нужно с тобой Рокколу, скорее всего. Опа, нагнули. Теперь проникающим Рокстеди. Да, упал. Так, это опасно. Выдержал у меня. Роднулька мой. Так, теперь давай так попробуем. На, выкусил. И электрическими разрядами. Все, ребята. Командочка не подвела. Все-таки справилась, молодцы. Что я могу сказать? Круто отыграли. Конечно, не без изъяна, но не упал никто, слава богу. Так, 19-я позиция, как ты видишь. То есть нам еще немножечко с тобой напрячься. Кстати, Эрика. Эрика появилась у нас тут. Так, мы с тобой возьмем, наверное, раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. И Армагошу, да? Одного, этого будет достаточно? Мне кажется, вряд ли. Придется, наверное, все-таки брать Усаги. Хотя, вот фиг я узнаю, ребята, а вдруг бы хватило? Ну, видишь, 60 уровня мои бойцы остальные. Я боюсь, они бы сфейлились. Они бы не потянули бы. Хотя я не могу это утверждать, потому что я не пробовал. Но я перестраховался все-таки. Я перестраховался. Вот сейчас посмотрим, Армагон всех увалит или нет. Да, он очень хороший, ребята. Я думаю, что мы бы могли справиться здесь и без Усаги. Моим бы ребятам просто осталось бы добить. Единственная проблемка была в том, что они бы не сделали первыми ход. И нас могли бы за этот момент, ну, раздеребанить. То есть, получается, Армагон сделал бы удар. Возможно, там кого-нибудь подбил бы. Но большая часть выжила бы. И вся эта рать начала ходить сразу же после Армагона и начала бы разбирать моих бойцов. Поэтому я считаю, все-таки я правильно сделал, что взял Усаги. Так, Игорек. Игорек у нас тут. Так, ну что, тратим с тобой последние два откатика. К сожалению, как ты видишь, не всех я отыграл. А почему последние два откатика? Потому что, ребят, после этого боевки мы с тобой занимаем самое топовое место. Первое. Погнали. То есть дальше нам просто нет смысла драться. Для чего? Впустую тратить наши откаты. Выше все равно уже некуда. Ну-ка. Бамс. Нет, все-таки Армагон это что-то с чем-то, ребята. Я очень сильно доволен им. Так, ну вот. В общем, мы с тобой закончили, да? С ареной. Я нас всех поздравляю. Первое место в четверг. Мы уже сидим с тобой в топе. Нормально. Так, идем в магазин. Предметы. Так, тут все тихо. По монеткам, ребята, мы с вами берем Шинигами. Так, 71 ДНК из 80. Нормуль. Так, по жетонам у нас 525, а нам нужно 710. Ну ничего. Скоро Леонардо видение тоже у нас прапается. Так, пройти одну серию испытаний. Ну что, пойдем проходить с тобой серию испытаний. Сюжет? Какой сюжет? О чем ты, Рэй? Какой сюжет? Приключения, конечно же. Смятение из другого измерения. Тут у нас с тобой все пройденное, да? Угу. Ну что, пойдем к Шреддеру. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас будем Шреддера наказывать. Главное, чтобы у нас хватило пиццы на все это дело. Ну что ты уставился? На тебе. Блин, ну Усаги, ну мог бы блокернуть-то, ё-моё. Ага, упал. Так, подбили. Кто-то из вас спрашивал, Рэй, ты будешь проходить дальше Days Gone? Ну, это на консоли, ребят, на PS-ке. Скажу следующее, ребята, я камеру и консоль и все остальное, телевизоры уже перевез на другую квартиру. Здесь у меня пока, ребят, ничего нету из этого. Только компьютер, грубо говоря. И еще пару вещей. Как только перееду уже туда, все у нас будет, и камера, и все. Но единственное, что нужно будет, ребят, еще комнату подготовить. Хорошенько, именно игровую.
Так, ну что, Шредера мы с тобой наказали вообще без каких-либо проблем. Я не удивлен, я думаю, ты тоже не удивлен, потому что мы сейчас с тобой здесь пройдем все изично. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять поединков. Надо смотреть, что у нас там получается по пицце именно. Да я думаю, все у нас получится. Все у нас хватит. Так, ну что? Давай, Рокстеди. Заблокируй, все. Уже практически, ребят, победа. Так, вы что там, ускоряетесь? Оно вам нужно, а? Дроны, вы несчастные. Так, Лео, давай, вали Рокстеди. И добиваем. Тихо ты, хлопчик, ты что делаешь-то? Отдохни маленько. Так, вторая волна. Стоят тут бусурманы. Да давай сделаем с тобой массовую атаку. Буду я еще на них тут любоваться, на их физиономии. Недостойные они. Шух. С постепенным уроном, все как мы любим, да? Так. О, острозуб упал. Естественно, падает и Рокстеди, потому что два удара делает Лео. И этих убивает постепенный урон. Классно. Ну что же, идем дальше. Хотя, ребята, испытание вот это вот проходить, ну я не знаю, стоит ли вообще. Потому что за те сундуки, что мы с тобой получаем, там ничего хорошего для нас уже нету. Я думал, что раньше мы можем оттуда вытащить хоть с каким-то шансом Кренга, но вы сказали, что шиш там тебя, не Кренг. Ну, ради фана, если только, конечно. Так, давай-ка валим с тобой Острозуба. Так, тут постепенный урон. Этого, я думаю, хватит, чтобы он упал. Ой-ой-ой. Так. Двигаемся дальше. Рокстеди, Бибоп, тигриный коготь и консервные банки. Волну смертельную давай-ка. Опа. Так, слушай, погоди секунду. Сюда, наверное, ударим. И Рокстеди. Ну-ка. Ать. Так, ну он не жилец. Давай вот эти вот банки с тобой разберем. Пумс. Ну и так сделаем, фиг с ним. Да, победили мы их на парковке. И двигаемся с тобой дальше. Это получается, мы уже отыграли сколько? Три боя, да? Еще семь. А, два. Значит, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Я возьму майки, ребята. Блин, я же хотел Бакстера хильнуть. Зачем мне майки здесь без Бакстера? Ай, ладно. Так, Север Монтас, да, тут выпендривается. А, у них еще отложенная смерть, оказывается, есть. Все, я понял. Ну-ка. Давай, давай, убивай его. Все, отлично. Так, у этого сработало, да, поэтому он сейчас упадет. Ну и Маузер. Готов, партизан. Так, двигаемся с тобой сюда. Ага. Тигриный коготь. Рокзар, естественно, начнем, наверное, с Рокзара. Ух ты, Маузер мелкий. Вы тоже, ребят, такие простые. Говорите, Рэй, собирай типа на этих, на кроликов. Друзья мои, вы не забывайте, что на кроликов очень тяжело найти ДНК. Очень тяжело. Как я тебе прокачаю их быстро, если они зарабатываются, по-моему, только за жетоны, если не ошибаюсь, да? И то по 3 ДНК. И ты прекрасно знаешь, как тяжело нам найти жетоны эти. Вот сейчас мы с тобой Леонардо Видение. Леонардо Видение же, да, у нас там, да, за жетоны прокачивается. Прокачаем, после этого можно будет подумать о Маузерах. И я что-то как-то, если честно, сомневаюсь в таком, как тебе сказать, ну, один из подписчиков, а может быть даже не один, написал, что кролики, вот эти вот, ребята, да, пасхальные, как вы их назвали, в свое время, а может быть даже сейчас, по силе превосходят Армагона. И я, если честно, в этом, ребят, усомнюсь. Я не уверен, что кролики аж настолько сильны, что действительно могут потягаться с Армагоном. Ну, если это так, это, конечно, будет вообще имбово. В общем, надо нам с вами в ближайшее время. Ну, как в ближайшее время? Все равно не получится быстро это сделать. Жетоны, они копятся очень долго. А, как понимаешь, нужно нам
для того, чтобы их прокачать, этих кроликов, очень много. Они же вроде бы нигде, да? Только за жетоны приобретаются. Больше нет никакой возможности их получить. Да, по-моему, так, ребята. То есть, соответственно, делай выводы, сколько мне придется играть, дринкать, да, чтобы их заработать. Не то, что даже заработать, чтобы их прокачать до платинового ранга. Но зато есть куда стремиться. Так, ну что, у нас очередная победа, ребята, и мы с вами двигаемся дальше. Вот так вот, не спеша, за чашечкой кофе, мы с тобой потихоньку-полегоньку проходим уровень за уровнем. Крэнк там уже, наверное, потирает ладошки, да, предвкушает, как мы придем, как мы ему наваляем люлей. И как он опять там будет валяться, отдупляться. Так, Кирби. Я не могу понять другого, ребят, почему Кирби вдруг стал против нас? Это же отец Эйприл О'Нил, который мутировал вот в этого вот, я даже не знаю, как его назвать, импа, скорее всего, да? Так, гриб. Ненавижу грибы. Иди отсюда. Так, нам нужно с тобой еще, наверное, подлечить маленько, да? Потому что лечишь Бакстера, лечишь, а он, ребят, как назло, получает звездюлей. Так, что мы тут с тобой? Ну, давай так вот ударим. Вызовем наших маленьких маузеров. Тыч! Минусанем муху. Нормуль. Ну, что ты там кричишь? Все, докричался. Отдуплился. Так, ладно, двигаемся с тобой дальше. Остается все меньше и меньше поединков у нас. И тем ближе у нас с тобой сундучок. Так, получается, раз, два, три, четыре, пять. Пять боев, ребят, всего лишь осталось. Сейчас мы быстренько... Подожди. Давай, наверное, вот так вот уберем. Раз, два, три. Ага. Сразу заодно отхиляю и Бакстера, и Усаги. О, Крис Брэдфорд, собственно, персоной. Я надеюсь, ты сегодня выпил свой протеиновый коктейльчик, который ты хорошо рекламируешь. На тебе. Погнали сюда. Хоба. Ну и что ты, Лео, ну? Что там делать, отхилялся? Не, парень, это тебе не поможет. Отдохни, малька. Так, этот мелкий дрон. Да чтоб тебе, Усаги, ну где твой двойной удар, а? Так, муха и саблезуб. Ну, муху сразу убираем отсюда, с поля боя. А ракеты проверим. Слабовато. Слабовато ракеты действуют твои на саблезуба, Бакстер. Учти. Но зато против механических, я смотрю, у него ракеты эти вообще заходят, ребят, на ура. Против всяких вот этих механических боссов. Просто великолепно. Как он в этом костюме ходит? Такой здоровяк, ё-моё. Это еще первая модификация костюма. Ты помнишь по сериалу, да? У него же потом вообще там суперский стал костюм. Офигенный просто. А это так. Детский лепет, можно так назвать. Ребята, у нас с вами черепашки. Оригиналы. Так что не расслабляемся. Хотя... последний раз, не то, что даже в последний раз, а в последние разы мы их проходили вообще на изи, изично и даже не напрягаясь. Посмотри, посмотри, это уже не жилец. И этот не жилец, смотри, просто берем валун. И Армагон всех уничтожает, верно? Упс. А, ну Леонардо выжил только за счет того, что у него была, ребята, отложенная смерть. То есть у него была попытка одна. Ну, типа, как бы, скажем так, если бы, например, у нас был бы Армагон, да, с накастованной броней, то есть нам сняли бы вначале броню, а потом бы только смогли добить. Вот здесь то же самое. Так, ну что, у нас с тобой остается, я думал, два этих поединка, а оказывается, ребята, не два, а три. Я не посчитал самый главный поединок с Крэнгом. Ах, грибы. Терпеть их не могу. Так, ну что, наверное, хильнемся, что я уже давно собирался сделать, все никак руки не дойдут. Теперь поехали на разборку. Так, Кирби. Раз, два, готов, хлопчик. Так, сюда укус. Добивка. Так, этот грибочек у нас. Ай-яй-яй.
Все-таки повыпендривается еще, да? Все, ушатали. Кто там у нас? Крысиный король? Ага. Крип. Давай я вот так вот сделаю. Месть. Оу. Не повезло, друзья мои. Змеекарай. Крысиному королю тоже не повезло. А пробьем здесь крипа или нет? Ну, почти, ребят. Отлично. Так, остаются дроны. Майки на себя повесил уклонение. Это круто. На-ка, получи. Давай здесь еще. Так, мог бы постепенно... А, все, какая постепенночка. Он просто взял и уничтожил. Без всяких там постепенно. Тогда круто. Ну что, остается два боя у нас. Дай-ка я заберу здесь награды. Вот так вот. Зачем я сюда иду, скажи-ка мне на милость. Что я тут хотел увидеть? Да, последние поединки, друзья. А я вот так вот сделаю. Хочу просто взять Супер Шреддера. Сыграть им здесь. Так, Паукус у нас, собственно, персона здесь стоит. На тебе. Мы его сразу заблокировали. Отлично. Так, теперь укус. В минус. Так, здесь мы добиваем. Ага. На Рафаэля прыгнул парень. Совсем, я смотрю, нюх потерял. Так, нам с тобой желательно оставить все суперудары. Ну, кроме Шреддера. У Шреддера можно потратить суперудар его. Потому что он в последний бой не пойдет с нами. Так, вертушку я оставлю. Ну давай, Шреддер, бомби. Так, постепенный урон на всех, да? Ах ты, выжил, гаденыш. Посмотри, выжил все-таки. Минусанули и добили. Все. Прекрасно, ребят. Ну что, переходим с тобой на последний поединок. Именно с Крэнгом. Берем с тобой нашу стандартную команду. Наша стандартная команда. Рафаэль, Лео, Армагон, Усаги и Майки. Пропустить. Хотя можно было бы даже Майки не брать. Отхил мне здесь не нужен. И уклоняшка, в принципе, тоже. Так, подожди, я забыл, что у нас еще тут Бибопчик будет стоять. Давай-ка мы с ним разберемся по Шурику. Так, месть пока не будем тратить. Да что ж такое-то? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Сразу с удара. Так, уничтожаем Бибопчика. Так, и клан Футовца. Норм. Ну что, где-то там Крэнк, влази давай уже. Хватит там прятаться в своем технодроме. Угу. Вот он сидит. Типа в атаку, да? Кричит, призывает своего боевого робота. Вот ты как начал, да, парень? Ну, не с ракет начал все-таки, ребят. Поэтому давай. Зачем я делаю массовую атаку? Он же тут один. Потратил зачем-то. Тут все намного проще. Делаем тройной укус. И этого, наверное, достаточно, да? Ага, нет. И пробивной. Вот и все, вот и весь, ребята, Крэнк. Больше было выпендрежа, да? Чем, как говорится, эффекта. Ну что, на три звездочки мы с тобой прошли. Естественно, сейчас будем открывать сундуки и смотреть, что нам выпадет. Плюс там награды будем зарабатывать. И пак. Открываем. Леонардо, Майки, Донни, Майки, Сюрики. Давай. Так, что у нас тут? Ксивер Монтес, Крис, Арахзар, Хан, Тигриный Коготь. Ну, что-то вообще, ребята, скудненько. Вот серьезно тебе говорю, очень скудненько. Так, Рафаэль Классика, Донни, оригинал,
Так, Майки Леонардо и Майки, и опять же Майки. Вот так вот, друзья мои, вот так вот. То есть, ты понимаешь, да, нам достаются те самые черепашки, которые у нас уже есть. Так, здесь можно разобрать, кто-то мне писал, что у меня то ли на Тимати. Ага, да, точно, ребята, очень много ДНК. Глазастые вы мои, а? Все это вы видите. О, у мухи вообще 73. Офигеть. 13, 11, ну это еще терпимо. О, у Хана тоже немало там. Ты, офигеть, сколько-то, посмотри. Да, 21, ё-моё. Подожди, давай. Всего 735 ДНК. Ой, ДНК этих сюриков дают нам. Ну вот, видишь, Леонардо ролевой 75 ДНК. То есть нам нужно всего лишь 15 ДНК, и все будет окей. Тут вообще 11 ДНК нужно. То есть все, ребят, на пределе. Вот Майки Космос, да, нам качать еще и качать. Так же, как и Майки Видение, Рафаэль Космос, Рафаэль Видение. Да, тут очень долго. И также Крэнк. Слэш, в принципе, скоро вместе с Кожеголовым могут проапаться. Слэш в данный момент на четвертую золотую звезду, а вот Кожеголовый вообще может перейти только лишь в золото. Здесь тоже обменяем. Так, 17, 3. Вот они, ребята, вот они, кролики. Видишь, мне нужно сколько еще получается? 35 ДНК на них получить. 35. А ДНК, я тебе еще раз говорю, получается только лишь с магазина за жетоны. 830 жетонов нужно. То есть довольно приличное количество. Но я тебе говорю, вначале мы с тобой все-таки майки прокачаем. А потом уже можно будет, в принципе, взяться либо за кроликов, либо за слэша. Ну, еще раз повторяю, слэша можно хоть в этом испытании, да, пофармить. А кроликов вообще нигде. Поэтому, наверное, все-таки мы будем с тобой скирдовать на кроликов. Так, ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!